Листая страницы, отчетный концерт с таким названием провели в детской школе искусств номер 1 Белгорода. В учреждении работают 27 творческих коллективов. Их посещают больше 1000 школьников. Мы познакомились с юными талантами. Настолько трогательно звучит труба в исполнении Дмитрия Рудычева. Музыкант уже 5 лет оттачивает свое мастерство, признается. Любит инструмент за прекрасное соло. Остроты восприятия добавляли кадры из фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», из которого и была взята композиция Эдуарда Артемьева. Я исполнила это произведение, потому что оно меня тронуло за душу. Смотря этот фильм, мне хотелось все-таки научиться это произведение играть и исполнять на концертах. Ансамбль «Квинтет» – яркий представитель духового отделения школы искусств. Артем Чкерин играет в нем на самом большом духовом инструменте – тубе. Для него коллектив – это второй дом. За 9 лет занятий музыкой успел достичь немалых высот. Он дважды стипендиат мэра Белгорода в номинации «Талант». В 2016-м стал победителем всероссийского конкурса «Молодые дарования». На этом инструменте, он мне нравится. В оркестре он выполняет вот функцию баса, то есть он как бы фундамент всего оркестра, а сольно он может исполнять практически любые произведения, и у него очень такой мягкий звук, очень певучий. Около 100 детей и подростков учатся на духовом отделении школы искусств. Возглавляет его Евгений Шляхов. В 2017 году он признан лучшим работником дополнительного образования и занесен на городскую доску почета. Говорит, что в оркестре главная дисциплина, поэтому все оркестранты носят мундиры. Подход дружелюбный, в первую очередь, отношение к детям, общение с ними не свысока, а, можно сказать, на равных. И рассмотреть в каждом ребенке стараемся талант. В школе искусств ведется обучение на 9 отделениях. Это хореография, фортепиано, духовые, струнные, клавишные инструменты, сольное пение, изобразительное искусство. Татьяна Бавыкина занимается на струнно-смычковом отделении уже 10 лет. Девушка отмечает, скрипка – это вся ее жизнь. 15 лет, возраст сложный, школа, вечные там уроки, загоны, проблемы. И на скрипке можно, играя какое-то произведение, расслабиться, забыть об этом, уйти в музыку, в этом раствориться и просто получать наслаждение. Три хореографических ансамбля «Школа балет», «Имидж» и «Премьера» объединяют почти 200 учащихся. За кулисами перед выходом на сцену юные танцоры испытывают волнение. Чуть-чуть страшно перед выступлением, потому что вдруг ошибемся. Нам страшно. Волнуемся. Что для вас танцы вообще? Радость. Нам это очень нравится. Да. Мы съездили в Нижний Новгород, теперь поедем в Минск. Короче, очень интересно. Отчетный концерт «Листая страницы» посвятили году детского чтения в Белгородской области. Воспитанники изобразительного отделения подготовили для гостей выставку иллюстраций. Сейчас, к сожалению, дети читают мало. И в сегодняшнем своем концерте мы хотим сделать акцент на необходимость воспитания у детей привычки читать. Поэтому сегодняшний концерт у нас немножко отличается от всех наших обычно организуемых других концертов. На сегодняшний день в детской школе искусств работают 27 творческих коллективов. Их посещают более 1000 школьников. Отчетный концерт – это возможность показать таланты каждого. Я очень рада, что мой ребенок танцует. Она очень долго к этому шла. Ребенку это очень нравится. Я вижу по ее глазам, как ей это все нравится, какая она стала красивая, какая у нее осанка. Это очень здорово. Очень позитивный концерт, четко выстроенная линия. С режиссерской стороны очень понравился. Побольше бы таких талантливых деток, педагогов и руководителей, конечно же. Все очень понравилось, было интересно. Ребята были все удивительные, разные. Чудесные. Григорий Черепанов, Сергей Драчев, к этому часу Белгород.